Блять, слышал меня. Сказали. Там еще кто-то стрелял с правой стороны. И кроме него еще кто-то. Купол восстановился. Ну он красный еще, но он уже стабильный. А, уже есть. А. Респада на нем есть уже. Отлично. Рубин Бобин там еще с этого. Как? Ну да щитлю, вот с правой стороны от холмов кто-то стреляет. Ну, от автобуса, скорее всего, нет. Во. Володя. А. Не могу забрать респу, меня выкинуло из битвы, что он вырвал. А почему я вражеские эти не могу зарядить? Тебе там этот непель бежит, не убей, он тебе помогать идет. Ты посмотри назад, хуярит, блядь. А, останови. Да я уже забрал ее. Где я забрать вес? Они рескуют, они рескуют сейчас. Блядь, где она? Ты. Оба. Давай, если... Блять, они там респаются постоянно. Сам ты Робин. Тебя тоже. Так. Вот за этим самым выдешевый. Да, мы геморроем, геморрой. Непись пошел там, бля, порешать. А, убили. Сверху, сверху херачит, прям трассеры идут. Слава, бля. Надо, он прям кроет ее. Да, они будут респиться. Лучше пусть она не достанется никому, чем вот они будут появляться там и портить там. Я просто не понял, про какую респу вы говорите. Я думал, вы про респу, которая на базе стоит, поэтому сказал, что ее не трогать. Извиняюсь, я просто не совсем вас понял, и вы не совсем меня поняли, и вот такая вот фигня получилась. Но у них уже и Релли, и этот, блядь, Крайн. У нас за автобусом в сторону, а, блядь. Вау, ёп. Мечется кто-то за автобусом, прямо у базы. Это ебучий идентификатор, вот направляешь, нихера, вот. А он еще вот. Нет, самый, блядь, не во фракции, блядь. Не, подожди, а я тыркаюсь, не могу понять, кто это, не высвечивает. За автобусом, который ближе к ферме? Нет, который крашен. Надеялся, хуй его знает. То ли вышел, блядь.
походу тот сохранился за автобусом, блин. Нету никого вообще. Ну, правильно, потому что то ли сохранился, то ли... Так, говоришь, засейвился кто-то за автобусом. Ща ему остав... Возле автобуса особо не ходите. Надо еще мин набрать. Нихуя, чинилка с кого-то выпала. Надо кому шмотки починить. Ух ты, шмотки починить. Хорошо сказал, у меня броник 68%. Кстати, броник лучше всего в хорошем состоянии держать, поэтому они, блядь, не пробили. Я там батарейку скинул на отхватку. На клановом возьми. Сейчас я тут скину. Починить хоть чуть-чуть подгона от этих тварей. Да.